Друзья, коллеги, приветствую вас на канале MediaVision News. Прошла неделя, в течение которой состоялась выставка в Лондоне и поступило много разнообразной интересной информации. Чем мы и хотим с вами поделиться? Ждем, что вы поделитесь с нами лайками, а со своими друзьями и коллегами ссылкой на этот выпуск. Заранее спасибо. Ну а теперь к новостям и начнем с дайджеста. С 26 по 29 февраля в столице Каталонии, Барселоне, состоится Mobile World Congress. Его примет выставочный центр Fira Gran Via. Запланирована богатая программа и участие глобальных брендов, задающих тенденции в сфере мобильных коммуникаций. Среди громких имен есть такие, как Samsung и Meta. Будут организованы специальные пространства под открытым небом для общения и отдыха, а также, разумеется, экспозиция. Планируется много других мероприятий. Подробнее о них на сайте Конгресса. Североамериканский интегратор Ace Sports завершил проект для Nashville High School в штате Арканзас, установив комплексное решение от GVC Professional Video. В состав решения входят две ручные вещательные камеры GYHC500, Connected Cam и полный набор технологических средств этого же бренда, а именно, студийный видеомикшер GVC KEM IP8S4 Pro, Connected Cam VMix, панель управления повторами RMLP450G и настольная панель микширования RMLP350G, Connected Cam VMix. Используя новое решение, Nashville High School может вести прямые потоковые трансляции и выводить повторы с высоким качеством в разрешении 4K и Ultra HD на свое видеотабло. Одно из самых больших в Америке на данном уровне. Антимонопольная комиссия Болгарии одобрила приобретение оператора платного телевидения Булсатком нидерландской United Group. Она уже владеет телекоммуникационным оператором Vivacom и вещательной группой Nova. Сделка была анонсирована в ноябре прошлого года, и в итоге покупатель получит около 60% рынка платного телевидения страны по количеству абонентов. United Group вышла на болгарский рынок в 2020 году, когда приобрела Vivacom. С тех пор был предпринят ряд важных шагов по укреплению присутствия и развитию рынка. На прошлой неделе в Лондоне состоялась выставка BSC Expo 2024. Событие, с одной стороны, локальное, поскольку рассчитано исключительно на британский рынок. Но с другой, довольно интересное, потому что британский кинематограф – один из лучших в мире. К тому же в Соединенном Королевстве есть много компаний, двигающих технологические инновации в кино и телерадиовещании. Выставка была организована Британским обществом кинематографистов. Она прошла 16 и 17 февраля в выставочном центре Battersea Evolution в Лондоне. Там были представлены наиболее свежие технические инновации, созданные ведущими производителями из разных стран мира. Демонстрировавшееся на стендах оборудование охватывало весь технологический процесс создания кинофильма, от планирования и съемки до готовой мастер-копии. Свои камеры представили ведущие мировые производители, такие как Arri, Blackmagic Design, Canon, Panavision, Red и Sony. Не менее, а даже более представительным был спектр объективов, а это Arri, Canon, Fujifilm, Panavision, Zeiss, Sigma и ряд других известных брендов. Можно было увидеть оптику практически всех типов, дискретную и с переменным фокусным расстоянием, сферическую и аноморфотную, для общего и специального применения. Что уж говорить об осветительном оборудовании и аксессуарах для него. Здесь имело место полное изобилие, равно как и в сфере операторской техники. Штативы, головки, рельсы, тележки, краны, стабилизированные системы – все это можно было увидеть буквально повсюду. К примеру, на выставке был стенд компании «Фильмотехник», чьи краны и дистанционно управляемые головки широко применяются практически во всех ведущих киностудиях мира – от Голливуда до того же Лондона. Штаб-квартира компании находится в Киеве, а представительство в нескольких странах мира. Неподалеку располагался стенд другого известного в данной сфере производителя – Grip Factory Munich. Компания хорошо известна своими кранами, тележками, головками и другими устройствами, которым присущи функционал и традиционное немецкое качество. Немало внимания было уделено общению посетителей и участников выставки, о чем позаботилась компания CVP. Организовав специальную площадку для этого. Проводились и сопутствующие мероприятия, в том числе панельная дискуссия на тему защиты окружающей среды при кинопроизводстве. В общем, выставка стала заметным событием в жизни британского кинематографа, собрав представительную аудиторию и не менее представительных участников.
И еще немного об операторской технике. Имя Захтлер давно уже стало синонимом функциональности, качества, удобства и надежности, когда речь заходит о штативах и головках. Недавно ассортимент Захтлер пополнился тремя новыми панорамными головками. В феврале была анонсирована новая серия панорамных головок «Синя», в основу которых положено все лучшее, что было достигнуто компанией за все годы ее существования. В конструкции головок учтены разнообразные требования кинематографистов и нюансы их работы, как в составе съемочной группы, так и в режиме соло. Серия состоит из трех моделей – «Синя-20», «Синя-30» и «Синя-50», каждая из которых является самой компактной в своем классе. Сочетая инновационные функции, надежность и универсальность, эти головки обеспечивают полностью управляемое плавное панорамирование камерой, чему способствует настраиваемое в широких пределах сопротивление усилия панорамирования и точный контрбаланс, что очень важно для киносъемки. Все три модели были сконструированы так, чтобы установка камеры на головку и снятие ее с головки выполнялись максимально быстро. Этому способствует механизм сайдловод для боковой установки камерной площадки на платформу. Головки изготавливаются из прочных материалов, а обработка деталей выполняется с максимально возможной точностью. Как результат, все головки готовы к ежедневной интенсивной эксплуатации в самых разных условиях, режимах работы и климатических зонах. Компактная «Синя-20», сконструированная для легких съемочных систем, способна нести полезную нагрузку в диапазоне от 2 до 22 кг. Оснащена 16-ступенчатым механизмом контрбаланса на основе технологии Speed Balance и 7-ступенчатым механизмом регулировки усилия сопротивления панорамированию по горизонтали и вертикали. Основание головки – 100-мм полусфера. «Синя-20» совместима с различными углепластиковыми штативами, в том числе и с высокотехнологичным Flowtech 100, который неоднократно был отмечен престижными отраслевыми наградами. Универсальная «Синя-30» оптимальна для ежедневного применения под нагрузкой от 3 до 32 кг. Механизм балансировки Speed Balance у этой модели 18-ступенчатый, механизм демпфирования 7-ступенчатый, основание 150-мм полусфера. Камерная площадка головки совместима со стандартами ARRI, есть фронтальные узлы крепления дополнительных аксессуаров. А самая большая в серии Синя-50 способна нести нагрузку в диапазоне от 10 до 50 кг. Она оснащена 18-ступенчатым механизмом контрбаланса и 9-ступенчатым механизмом регулировки демпфирования. Полусферическое основание имеет диаметр 150 мм. В наличии тоже совместимость камерной площадки с ARRI и фронтальные узлы крепления аксессуаров. И в завершение поговорим об искусственном интеллекте. OpenAI научила свой искусственный интеллект создавать образы на основе текстовых описаний. И образы эти настолько реалистичны, что становится даже немножко страшно. Модель получила название Sora. Sora способна генерировать видео длительностью до минуты, обеспечивая визуальное качество и соответствие запросу пользователя. Сегодня Sora доступна ряду специалистов по информационной безопасности, которые должны изучить потенциальные риски и вред от использования Sora. Также OpenAI дает доступ к модели некоторым художникам, дизайнерам и кинематографистам, чтобы собрать отзывы о том, как улучшить модель, чтобы она стала полезной для творческих специалистов. Sora может генерировать сложные сцены с несколькими персонажами, специальными видами движения и точными деталями как на объекте, так и на фоне. Модель понимает не только то, о чем пользователь попросил в своем запросе, но и то, как это существует в реальном физическом мире. У модели есть глубокое понимание языка, что позволяет ей точно интерпретировать запросы и генерировать неотразимые персонажи, выражающие яркие эмоции. Sora способна формировать несколько сцен в рамках общего видео с сохранением целостности персонажей и визуального стиля. Модель в ее нынешнем состоянии имеет и слабые места. Она не всегда справляется с точной эмуляцией физики в сложных сценах и может не понимать конкретных причинно-следственных связей. Например, человек может откусить от конфеты, но в следующем кадре на конфете не будет следов откусывания. Модель также может путать пространственные подробности запроса, например, путать право и лево, а также пока слаба применительно к точности описаний событий, происходящих с течением времени. Например, не всегда может следовать конкретной траектории движения камер. Также OpenAI уделяет пристальное внимание соображениям безопасности, работая с разными сообществами для минимизации потенциальных рисков. На сегодня это все, чем я хотел с вами поделиться.
Надеюсь, было интересно и заслуживает лайков и репостов. Впереди еще много новостей, так что следите за нашим каналом. И увидимся через неделю.